Надо достать орех из пробирки. И все. Угу. Она приклеена. Стол переворачивать нельзя. Я занят. А, потому что бегу на пары, Павел Владимирович. Да, конечно. Пять минут. Валя, блин. Ты не хочешь узнать решение этой задачи? У меня сейчас другая задача. Как отмазаться от Зуева, чтобы он мне заочников не дал. Да ты востребованный педагог. Твой знаменитый курс «Достать орех из пробирки». Валя рассказал. Нет. Откуда знаешь? Посмотрел научно-популярный фильм некоего Будейко на сайте вуза. В рамках исследования деятельности мозга высших приматов я провел эксперимент. Необходимо достать орех вот из такой пробирки. Вот как с этим справилась лабораторная обезьяна. Вот ее находчивое решение. Обезьяна наполнила пробирку водой, чтобы орех всплыл на поверхность. Воды налить. Тут ты, блин. А теперь посмотрим, как с этим справился человек. Чувак, вообще на тебя похож. Валя, урод, а? Нахрена он это выложил? Слушай, ты прям белка из ледникового периода. Что ты просмотров? А, 161. Слава богу, никто на сайт вуза не заходит. Да, ну когда видео выложили в YouTube... Чего? Чувак, у тебя уже 35 тысяч просмотров. Капец. Да не говори. Тебе доверили представлять все человечество, а ты уже на 17-й минуте пытался достать орех удочкой. Ну. Да я просто в универ торопился. А, вот оно что. А я думаю, что такой день странный? Интересно. Кто бы это ни оставил, спасибо. Самая первая бомба, сброшенная союзниками на Берлин, убила только слона в зоопарке. Главное, обезьян не задело. И не говори. Кроманьонцы жили после неандертальцев и были... Че вы сегодня такие веселые? Прикинь. Вот уроды, испортили мой прикол.